И к другим темам. Сегодня во всех воинских частях страны отмечают День памяти погибших на таджико-афганской границе. 16 лет назад в горном ущелье Пшихавр во время боя погибли 17 наших земляков. Многие получили ранения. В Астане офицеры возложили цветы у монумента Атанана воинам внутренних войск и почтили их память минутой молчания. Это случилось в 1995 году, 7 апреля, при передислокации с одного места на другое место рота напала, в роте было неожиданное нападение, бой был длинный, из состава роты мы потеряли 17 человек и более 30 человек различными ранениями, но оставшиеся 38 человек, остальные 2 месяца выполнили честью и долгом вернулись в Республику Казахстан. И сегодня же в Уральске на территории войсковой части 55/17 состоялось торжественное открытие мемориала обелиска воинам-казахстанцам, погибших при охране таджико-афганской границы.